Потому что, чтоб впритык не лезть. Или это я тут... Ага, все, короче, тут слева уже зачищено, понял? Хорош прятаться! Тут... Ага. Точка эвакуации, но тут они такие уже хихуевастые поставались. Я сейчас кину пулемет. Ага, подожди, они вообще даже не с нами воюют. Там кто-то левый, понял? Слышишь, их кто-то гасит. Они, наверное, с какими-то другими чертами там воюют. Ну, вот как тебе... Глянем. Тебе калаш по отдаче как? Потому что мне не нравится его бешеная просто отдача. А ну, запусти исследование эти. Ага. А, вот чувака... Блядь, там чувака спасти можно было. Да, по вот этому сейчас тупо почему. Начинается эвакуация груза. О. А вот за вот эту хуету я не знаю, что это там, груз какой-то эвакуирует или что. Но в подземку я не спускался еще. Так, это нам что, то а есть? А у меня не купленный зампас. А? Ну, так а ты не ты, не ты, ты... У меня не куплен, у меня просто за Division куплен, у меня не куплены эти все бонусы, понял? А я что же не брал нихера? Я же тогда сказал, что у меня еще тупо за Division. Так, что, типа, сейчас мы лут соберем, что ли? До завершения его... Я не знаю, сейчас давай 30 секунд подождем, они заберут, походу, лут, нам опыт дастся, потому что у меня уже 5-й уровень темной зоны, понял? Так, а это что за черт? У меня 3-й. А. 15 секунд. Сейчас я разведку кину, погоди. Давай посмотрим. Да ну вряд ли, рядом, наверное, нету никого. Ну, если этот тип, конечно, только не будет гасить, или можно, нельзя. Что он, сука, делает? Блядь, а что это такое? И что это он подцепил только что туда? Так, ну эвакуация завершена, окей. Так это его лут был. А у тебя под рюкзаком появилось этот? Мы большой... Блять, прикинь, черт, черт, смотри, сбитый прямо возле нас. Вот это повезло, что я увидел. Давай чувака в пати возьмем. Вот этого? Ну под этот. Сейчас тогда, подожди, я к нему под... Да стой, сука! Давай. Ну я ему приглас бросил. Хорош прятаться. Так, что там? Все живые? Давай я брошу килку. Хорош. Он с РПК бегает, ёпта. А, все, он к нам присоединился, кстати. Здорово, чувак. Ага, вот чудак один. Можно отработать, кстати, по нему. А, это типа обычного воришки даже был, понял? А вот там уже... Угу. О, хорош. Так, там кого-то гасят или... Ага, ёпта. Угу. Еще один там, да, вдалеке? Да. Так, а где этот кореш наш? Да разведку кину. Да не надо, он один там. Тебя, кстати, периодически игрушка не фризит, нет? Вылеты надоели, блин. А, не, у меня не вылетало. Вот у меня да сейчас оно... с сервером постоянно. У них сервер вообще косорылый какой-то. Вот у меня оно сейчас как-то так. Так, ну и какого хера мы сюда прибежали? Что оно тут ловить будет? Не, ну может чувак знает, что делает. Хз. Блять, слышишь, кто этот... Тайник требуется ранг. У меня ранг маленький. Не, ну это...
Ух ты ж, блядь, а тут что-то, посмотри на мини-карту, сколько тут движняка. И они с кем-то опять воюют, понял? Они опять с кем-то воюют. Надо чуть, короче, продвигаться. А, и слева, видишь, еще типа какой-то базы. Ой-ой-ой, вот это я ему поднес, конечно. Блять, сука, никакого света, он гранату бросил. А, флеш. Ладно, флеш отверни. Так, давай мы, может, слышишь, давай зайдем сюда. Вот сюда. В вашей группе новый агент. А, у нас. Пиздюлей получить там. А? Пиздюлей там получить. Ну окей, тогда просто погнали дальше тогда. Или мы вообще поразбредались, кто куда. Подожди, а где наш еще один? Что я не могу понять. О, можно пойти на стройку пострелять. Как? Пизды тут получить, наверное. Ну за похуй, пойдем. Да не, чё, можно попробовать посмотреть. Вдруг не получим. Так, где там только стройка эта? Залезли, ёп. Ну вот у меня именно только в темной зоне глючит от какого-то хрена. Ого, это кто там гасит так страшно? Так, ну передо мной уже пацанчики. Короче, я АФК минут 5. Угу. Помощь нужна? Внимание, вы входите в зараженную зону. Покидаете зараженную зону.